Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшений, которые я поймала и, так скажем, наловила в секонд-хенде. Я вам покажу коротенький вот такой подносик, который мы сегодня будем рассматривать. Вот очень быстро, очень вкратце, чтобы не испортить вам впечатление. Я хочу сказать, что сегодняшний обзор – это, вы помните, магазин, видео, которое я назвала, вот это я удачно зашла, и я попала, значит, в секонд, в благотворительный магазин, и там я вам снимала и показывала, как я выбираю еще украшения, и что там висело на стенде, на полочках. И вот то, что я купила там, я сейчас вам буду показывать. Вот обзор из того вот видео, того магазина, который мы все с вами смотрели. Вам очень понравилось это видео. Я, пожалуй, съезжу еще раз, повторю. Наверное, не знаю, получится ли так удачно или нет, но посмотрим. Я решила разбить это на две части, потому что у меня очень много получилось украшений, тогда я купила, поэтому я вам сниму сейчас первую часть, потом через несколько видео моих я вам покажу вторую часть. Так что никуда далеко не уходите, даже если вы не смотрите другие мои видео, а только украшения, то я обещаю, что через пару видео от этого я покажу вам продолжение. Я просто стараюсь как-то разнообразить свой контент и не делать только в видео украшений подряд, потому что меня смотрят люди, которые подписаны на мои примерки, на мои обзоры магазинов. Я не хочу их разочаровывать, поэтому я вот буду вам показывать это через несколько видео. А еще раз повторюсь, те, кто меня впервые, я живу в Канаде, покупаю украшения в магазинах благотворительных, цены показываю канадских долларов, это та цена, за которую я купила эти вещи. На моем канале не только украшения, а также обзоры магазинов, примерки, болталки, все, что мы, девочки, любим. А теперь давайте перейдем к тому, что мы будем рассматривать. И давайте начнем рассматривать. Значит, это клипсы, которые я купила за 5 долларов, они стоили. Ой, не знаю, девочки, даже почему, если честно. Какой-то меня бес попутал с одной стороны, с другой стороны. Мне они понравились. Я очень люблю такие украшения, крупные, большие, яркие, броские. И я вам хочу сказать, что странно их оценили, потому что у нас в магазинах за 5 долларов, вот я вам потом позже покажу, может быть, в этом видео, во втором видео, что за 5 долларов можно купить реально винтажные вещи. А вот эти, по-моему, они современные. Вот смотрите, хотя вот эта вот заглушка, клипсы сама, говорит о том, что, возможно, они винтажные, потому что вот сейчас делают совершенно другие заглушки для клипсов. Повторюсь, они стоят 5 долларов. Я не нашла ничегошечки ни по картинке, ни почему. Давайте посмотрим их вблизи. Нету никаких маркировок. Вот, сделана клипса сама по себе, в общем-то, где-то и похожа на винтажный, потому что вот эти вот такие клипсины, они относятся к довольно винтажным украшениям, но, не знаю, они такие тонкие и такие, ну, не производят впечатление винтажные. Винтажные вещи все-таки более такие, ну, более, скажем так, ну, какие-то такие весомые, знаете, а эти такие легенькие. Хотя попадаются и винтажные клипсы, которые, в принципе, такие вот легкие. Но они очень красивые. Посмотрите, какой-то здесь рисунок, какой-то вензель, буква R, R, английская или P. Я даже не знаю, может, просто мне кажется. Но, в принципе, они очень красиво смотрятся на ухе. Я вам, конечно, их все примерю, так как я все примеряю вам. Все, что я показываю. Вот, и мы посмотрим, как красиво они выглядят на ухе. Следующее украшение – это вот такая вот милейшая брошка. Единственное, что я ее схватила и не заметила, что в ней отсутствуют две жемчужинки. Где же они? Или присутствуют, или мне показалось? Два камушка мне. Две жемчужины были потеряны. Или одна. Вот здесь, да? А, вот. Это не жемчужина. А, потерян один голубой камушек и одна. И одна жемчужина. Очень жаль. Стоила она 5 долларов. Как ни странно, оценили ее дорого. Видимо, тоже не заметив, что есть потери. И я тоже сослепу как-то не обратила внимания и не заметила, что
она не совсем целенькая. Так бы я, может, еще и выторговала бы скидку на нее. А так я сослепу не поняла. Но мне она очень понравилась. Мне кажется, что она винтажная. У нее очень интересная. Вот просто крючок. Ой, который тоже нифига не держится. Я вам хочу... Ну, в общем, короче, я тут что-то с ней, по-моему, сильно лоханулась. Потому что, во-первых, не хватает двух камушков. Во-вторых, или это поломана застежка. Мне показалось, что это просто застежка-крючок. Вот знаете, как бывает такая, да? Старенькая. Но оно что-то не держится. Может быть, если к ткани приколоть. Или тут что-то поломано. В общем, не знаю. В общем, как-то это все... Как-то это все не очень с этой брошкой у меня получилось. Ну, в общем, обратная сторона вот такая. Маркировок тоже никаких нету. И, ну, мне очень понравилась вот этот вот эта вот стекляшка. Мне кажется, что эта стекляшка вот здесь, в центре, она напоминает немножко такой, знаете, лунный камень. Опять моя лампа отражается. Плохо видно. Как же сделать, чтобы было видно лучше? Чтобы вы видели, какая она. Видите, она не просто гладкая, голубая. Она с такой структурой. Структурой небольшой, такой полосочками. И вот эти вот красивые жемчужинки и красивые голубые камушки, которые я постараюсь найти и починить. Но у меня с этим очень, очень все плохо. И ни на что не хватает времени. И вот странная застежка какая-то непонятная. В общем, я ее схватила. Видите, она как-то вываливается и никак не держится. Никак. Или она поломана, или что-то с ней не то. Но брошечка очаровательная в любом случае. Вот, постараюсь ее примерить, постараюсь ее приколоть. Надеюсь, что у меня не свалится она с лацкана пиджака или куда я ее буду примерять. Следующая брошь — это вот такая вот шикарная лилия. Эта вещь, конечно, винтажная. Стоила она $6. У нее тоже не нашла никаких маркировок. И не нашла, вот точно такой я не нашла. Хотя много такого типа броши я видела, встречались. Мне даже кажется, что у меня есть что-то похожее. Но по задней стороне видно, что это винтаж. Такая вот заклепка, плечики. Застежка плечики. И вообще застежка похожа на винтажную. Видите, она такой собачкой сделана. Вот такая. Вот. Брошь очень интересная. У нее большая, такая крупная, красивая брошь, орхидея. Видите, здесь у нее вот, вот этот вот главный лист, лепесток приделан вот на таком вот, на такой палочке-держалке. Видите, она здесь черного цвета с белыми прорезанными как будто бы жилками на листьях. Вот это тоже черная часть. Здесь белый камушек. И вот здесь вот я думала, что потеряны камни, но приглядевшись... Ой, слишком светло я сделала. Но приглядевшись, я увидела, что здесь ничего и не должно было быть. В принципе, так вот оно и есть, как есть, вот без камушков. В общем, вот такая вот красотка, очень яркая, такая эффектная брошь. Серебро с черным вообще очень красиво смотрится. Ну и, конечно, брошь винтажная, хотя не в интернете. Как ни странно, я ничего не нашла, потому что я знаю, что таких брошей было очень много разных всяких фасонов, видов, с чернением, без чернения, золотых, серебряных, ну вот этих брошей орхидеи. Конечно же, к ней есть какие-то клипсы, которые я тоже не нашла пока что. Так, следующие две вещи. Вы знаете, очень интересные, но, честно говоря, я не знаю, что это. Вернее, я знаю, что это, но я не знаю насчет их винтажности и тому, насколько они ценны. Но давайте их рассмотрим по отдельности, по очереди. Это две как бы украшения для волос. Вы знаете, вот такие вот палочки, булавки, заколки. Я даже не знаю, как это назвать. Видите, одна длиннее, другая короче. Значит, это когда вы делаете такую
на голове сзади из волос такой бублик, гульку или как-то еще, как хотите называйте, вы можете воткнуть это в волосы, и таким образом такая как будто бы булавка, украшение для волос. Стоили они по $8. Я считаю, что их, конечно, сильно переоценили, потому что я не уверена насчет того, винтажные они или нет, но вещи очень интересные. Мне очень редко попадались они в наших секондах и вообще где-либо. Не знаю, не производят они уж такое впечатление прям совсем таких современных. Особенно вот эта, у которой такая, знаете, немножко пыльненькая. Так, поправила немножко свет, а то у меня как-то очень темно было. Значит, во-первых, она здесь такая немножко пыльноватая. Я еще ее не мыла, но вы видите, камушки такие чуть-чуть пыльные. Потом вот эта вот потемневшая сама булавка тоже говорит о том, что она уж не очень современная. Маркировок никаких я не нашла. Вот такая у нее обратная сторона. И вот такая вот красивущая, усыпанная красивыми камнями. Эти пыльненькие они. То есть производят впечатление чего-то очень уж такого современного. Такая пыльку бы надо протереть. И они вообще тогда засверкают. Они и так довольно красиво сверкают, переливаются. В общем, очень интересная вещь. Это одна булавка. И вторая булавка тоже очень интересная. Явно какие-то китайские, азиатские мотивы. Какие интересные, красивые красные кабошоны. Да, похоже, что стеклянные. Смотрите, какая интересная штука. Я даже не пойму, это металл с какой-то покрытием, напылением. Тоже вот такая обратная сторона. Нету никаких маркировок. Вот тут вот что-то. Это маркировка или что-то, просто какой-то выемка в металле, я не пойму. Вот, но очень красивая. У меня длинные волосы. Я часто заворачиваю в гульку. Коксу такую, и даже в хвост можно воткнуть их сзади, так что для меня это, в принципе, вещи довольно носибельные. Они очень украшают прическу, я считаю, но и кроме всего прочего, просто для коллекции, если честно, мне захотелось их иметь. Посмотрите, какая-то интересная, красивая, необычная вещь. Я даже не представляю, что это, каких лет, каких производства чего. Скорее всего, конечно, это Китай, но очень может быть, что это старый Китай. Очень-очень интересная вещь. Так, вот этот кулон, я думаю, что многие из вас его помнят. Я его вынесла также на превью канала, потому что он необыкновенно красивый. Стоил он $6. Он, конечно, не серебряный. Хотелось бы, но нет. Я находила такой в интернете, причем его довольно задорого продавали, но он был с цепочкой, и у него была желтая, вот здесь вот желтая вставка, желтое стекло, и там было написано, что это цитриновое стекло. Ну, у меня-то эта штучка розовая, поэтому я не знаю, но она сделана великолепно. Стеклышко такое большое, красивое, оно так сверкает и переливается, как будто бы камень. Вообще очень похоже на серебро, но никаких маркировок нету. Обратная сторона сделана тоже великолепно. Посмотрите, как красиво. Не просто оправа под камень, а вот такой вот красивым таким, такой узорной пластиной закрыт камень. Никогда такого не видела. Очень, по-моему, редко это встречается. Посмотрите, как интересно сделано. Такое впечатление, что она отстегивается, да? Ее можно открыть. Да, о, прикольно как. Смотрите, здорово как. Вы знаете, почему это очень удобно и классно? Я даже только сейчас это заметила. Есть цепи, цепочки, да, с довольно толстой застежкой. Кстати, в интернете то, что я нашла, там довольно толстая такая цепь, и у нее довольно толстая застежка. Так вот, что я хочу сказать, что иногда, то есть подразумевается, что цепь нужно продевать вот в это вот отверстие. Но иногда застежка на цепи настолько
крупная, большая, что невозможно продеть вот в это, вот, в это отверстие. Поэтому, видите, как они сделали, чтобы это можно было расстегнуть, цепочку просто положить сюда, и не нужно мучиться с... Не нужно мучиться с большой крупной застежкой на цепочке. Вообще, я вам хочу сказать, вещь сделана великолепно, очень продуманно и очень качественно. Из чего я делаю вывод, что эта вещь не дешевая. Я то, что видела в интернете, ее продавали довольно дорого, но там еще была цепь. Я склонна думать, что это что-то действительно хорошее, потому что вот то, как сделана недешево и продуманно эта вещь, я склонна думать, что эта вещь действительно какая-то хорошая. Честно говоря, я никогда не видела вот такой вот... вложение вот в этот вот кулон. Вы понимаете, что это же надо было продумать, сделать, это все стоит денег. Вот так вот это все вращается. И вот, вот это вот просто реально, в общем, очень классная идея. И я думаю, что сделано это было так, чтобы, ну, так сказать, чтобы на дешевые вещи, так скажем, вот это вот не станут заморачиваться с этим и делать вот эту, такую вот застежку. А здесь вот реально заморочились застежкой задней вот этой вот пластины. То есть вещь явно какая-то не дешевая, очень красиво смотрится прям реально. Мне надо набрать, надо поискать какую-то, чтобы для примерки, нужно поискать какую-то цепочку, что-то найти, чтобы примерить ее для вас, чтобы вы видели, как красиво она выглядит на шее. Так, следующий у нас клипсы. Нежнейшие, великолепнейшие клипсы, как всегда, загадка. Есть маркировка, которую я не могу разобрать, в интернете ничего не нашла. Хотели за них $10, я решила, что я вложусь, и, потому что я увидела, что есть маркировка, не стала разбираться, что там чего, и решила заплатить $10, чтобы иметь возможность дома. Так, вот давайте их рассматривать, посмотрите, какие нежнейшие. Нежнейший букетик, розовые лепестки, белый камушек. Что это за материал, из которого они сделаны? Я не хочу сильно тут молотить, потому что, наверное, какой-то, наверное, все-таки это какие-то пластиковые вставки. Ну, посмотрите, какой нежный, нежный, изящный букет в каждой клипсе. У меня есть несколько проблем с ними. Во-первых, я очень не люблю вот эти вот клипсы на винтах. Видите, как она сделана? Я имею большие затруднения с тем, чтобы их надевать на ухо. Я никогда не знаю, как их правильно надевать. Я очень редко их покупаю, потому что я не могу их носить. Несколько раз я пыталась их надеть, и они как-то проскакивают мимо уха. Вроде бы вот просто сюда нужно вставить мочку и вот так вот завернуть. И я это всегда делаю, но всегда обнаруживаю потом клипсы у себя в руке. Серьгу, вернее, это серьга на винте. Ну, в общем, как бы постараюсь их вам померить, потому что я, честно говоря, с трудом, всегда с большим трудом их на себя надеваю. Значит, задняя сторона сделана вот так, на таких заклепках. Все на заклепках. И есть маркировка, которую я тоже не смогла разобрать. Давайте попробуем сделать это вместе. Девочки, читайте, напишите мне, пожалуйста. Я знаю, что вы у меня прекрасная зрительница, мои все знаете. Я не знаю такой бренд. Я вижу букву R. Или D. Я вижу букву J, U, I или U. Надо знать эту марку, чтобы понимать, что здесь написано. Я эту марку не знаю. Вижу первый раз. В общем, не знаю. Короче, в интернете ничего не нашла. Видите, она такая старенькая, немножко позеленевшая. В интернете ничего не нашла, поэтому затрудняюсь. Может быть, на второй легче нам будет разобрать. D. Не знаю. Надо понимать какой-то бренд, чтобы можно было прочитать. Так очень трудно прочитать.
Следующие у нас клипсы, которые стоили всего лишь $4. Я хочу вам сказать, тоже, кстати, на винтах, но я тоже их взяла, потому что они маркированные. И к ним была очень похожая брошь, которая очень хорошо, которая мне казалось, что является в комплект с ними, но на самом деле они не совсем комплект, но очень похожие. И одного бренда, это и брошь, сейчас я вам попозже ее покажу, и клипсы вот эти, это Кора, поэтому я их, конечно же, взяла. Итак, стоили они всего $4. Я хочу сказать, что таких цен нету нигде сейчас у нас в Канаде, но, во всяком случае, у нас в Онтарио, в провинции Онтарио, где я живу. Ну, я вам сейчас сразу покажу маркировку, это Кора. За $4 у нас невозможно купить практически в секонде уже ничего. Не то, что маркированные клипсы, вообще, то есть, ну, обычные какие-то современные, и то стоят по 5, по 6. А эти вот оценили в $4 маркированные клипсы, явно винтажные, явно старенькие, очень интересные. Ну, то, что это Кора, это уже хорошо. Конечно, я никогда не пропускаю маркированные вещи, даже если они там не какого-то шедеврального... Не какой-то шедевр, но они очень достойные, изящные, хорошо сделанные, красивые, качественные, в прекрасном состоянии. Еще раз повторюсь, маркированные. Опять же, у меня немножко проблема с этим, с этими серьгами на винтах, но я постараюсь изо всех сил вам их примерить. Так, что тут у нас есть? Еще какие-то маркировки. Нет, вот здесь вот что-то интересное мне было посмотреть. Что-то здесь такое. Значок Си. Значок копирайта. Или это Кора? Сейчас, вот смотрите, вот здесь вот Кора. И это, наверное, значок копирайта. Давайте на второй клипсе посмотрим. Потому что здесь... Ага, на второй клипсе нету такого. Только значок Кора. И больше ничего. А здесь вот на этой вот, на этом лучике еще есть какой-то значок. Ну, неважно, есть и есть. В общем, клипсы приятные. Я их далеко не убираю, потому что я вам сейчас покажу брошь, которую я тут же рядом нашла. Тоже за $4. Это вообще немыслимые цены. Вот серьезно, у нас... не маркированные броши, которые только похожи на винтажные, в которых, да, которых даже нету никакой маркировки, в других секондах у нас стоят по $10. Просто потому, что она похожа на винтажную. А эта винтажная, абсолютно 100% маркированная брошь, оценена в $4. Вот. Это совершенно немыслимо. Немыслимо даже себе представить. Я считаю, что мне очень повезло. Вообще в этом магазине, давайте я вам сейчас покажу маркировку. А ну вот видите, тоже такой же значок. Тоже Кора и тоже такой же значок копирайта. Вот в кружочек, буква Си в кружочке, такой же, который есть на клипсе. Вот такая вот красивая, изящная, элегантная брошь. В принципе, я считаю, что их вполне можно носить комплектом. Я не уверена, что это комплект, но они очень похожи. Вот здесь вот глянцевая такая лента, здесь брошировка. Брошировка немножко другая, но цвет металла и то, как они вместе выглядят, мне кажется, что это вполне может быть комплектом. Вполне можно считать комплектом брошь и серьги, хотя, в принципе, они немножко разные. Так вот, что я хотела сказать. Я в этот магазин хожу довольно давно, и первый раз, когда я его обнаружила, я удивилась, так сказать, низким ценам в нем по сравнению со всеми остальными магазинами и наличие большого количества вещей винтажных, маркированных и за очень дешевые цены. И после полугода где-то, как я стала туда ездить, я вдруг обнаружила, что цены очень поднялись, все маркированные вещи тоже стали довольно дорогие, их все положили под стекло, их невозможно стало найти вот просто на стенде.
И все они тоже стали там, ну, не по 10, но по 7-8 долларов примерно вот замаркированные вещи. И я обратила внимание, что у них появилась новая директриса. Мне показалось, что там появилась новый менеджер. А как я это поняла? Ну, я увидела, что вот поменялись цены и поменялось то, как они выставляют вещи. Я увидела, что они больше обращают внимание на то, что маркированные вещи более как бы ставят выше цену и кладут их под стекло, они вешают просто так. И в общем, все изменилось, и магазин стал похож на тот магазин, который, как все остальные наши магазины, секонды. При этом еще я увидела, что количество интересных маркированных вещей очень сильно уменьшилось. То есть, когда приходит новый менеджер, который разбирается в винтаже и который понимает, что при чем, что к чему, он, во-первых, делает другие цены, во-вторых, большинство маркированных интересных вещей, он как бы, они попадают к нему в карман, а он уже их перепродает. То есть, не то, что он бесплатно, нет-нет, они платят за них деньги, но они как бы не доходят до покупателей. А вот в этот раз я пришла и с удивлением обнаружила, что все так же, как и было раньше, когда я первый раз увидела этот магазин. Ну, возможно, что это произошло потому, что вот в этот день, когда, допустим, разбирали эти винтажные вещи, эти украшения, допустим, директрисы не было в магазине, и кто-то ее заменял, и вот такие вот поставил цены человек, который не очень разбирается, не очень понимает, и, возможно, поэтому вот такие вот маркированные вещи были оценены в 4 доллара и не лежали под стеклом, а висели на стенде. И вот еще одно украшение, которое я хочу вам показать. Эта брошь стоила 13 долларов. Ну вот видите как, она не маркирована, но она великолепно прекрасная. Понятно, что она винтажная, понятно, что ее оценили так, потому что всем понятно, что это какая-то не дешевая вещь, непростая, сделана великолепно. Ну, конечно, я ее за 13 долларов купила, потому что это все равно не так уж и дорого для вот такой красивущей броши. Давайте ее рассматривать, как интересно, необычно она сделана. Ну, во-первых, бесподобные эти кристаллы Aurora Borealis. Потом она сделана, вот здесь, видите, внутри как будто бы сеточка. Вот здесь, видите, вот тут вот. Или это насечки какие-то на металле. А, ну вот такие же, как на этих лучиках. То есть, видите, лучики есть двух видов. Есть гладкие, блестящие, есть такие с насечкой. А, вот оно в чем дело. Здесь два слоя. Вот оно в чем дело. Два слоя этих лучей. Один слой без насечек гладкий, а второй слой с насечкой. И также, вот видите, основа здесь лежит. И здесь еще оно как-то интересно припаяно, видите. Как будто бы вот здесь есть какие-то проволочки, которые от центрального идут к кабошону, и к ним припаяны вот эти вот камушки. Видите, вот эти вот камни на них приделаны. Очень интересная конструкция. Тоже никогда не видела. Ничего не нашла в интернете. Не представляю, что это за бренд. Но, судя по всему, бренд очень какой-то достойный. Посмотрите, какие лапки. Как интересно обрамлены эти кристаллы. Очень достойная, интересная вещь. С обратной стороны сделана обыкновенно. Тоже такая пыльненькая. Видно, что возрастная. Обычная застежка. Ну, вещь, конечно, великолепная. Яркая, красивая, шикарная. Красивые эти кристаллы, такие зеленоватые, серовато-зеленоватые. Ну, что такое 13 долларов для такой броши? Это ничего по нашим ценам. Вот такая вот необыкновенная красавица. Вы знаете, я думаю, что на сегодня все. Я думаю, что мы продолжим в следующем видео, потому что получается уж очень длинно. Я надеюсь, что вы дождетесь моего следующего видео.
Вот такие у нас сегодня был показ, такие украшения. Я, может быть, сейчас вам очень быстро покажу на подносе то, что нас ждет в следующем видео, чтобы вы понимали, о чем разговор. Так, давайте я вам покажу вот так вот быстренько. Часть из этих вещей вы, конечно, видели в то время, когда я в магазине все их рассматривала и покупала. Часть из этих вещей я купила за прилавком, и часть из этих вещей я нашла тогда, когда уже выключила камеру. Поэтому никуда не уходите. Следующее видео будет очень интересным. Сегодня все. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.